Что они тебя? Давай топай отсюда. Топай, топай. Не все смотреть. Иди. Ну, как знаешь. Давай. Иду, иду. Да слышу, иду. Мне отметиться надо. Слушаю. Здравствуйте. Вас. Здравствуйте. Отметиться. Ну давай, чего там? Да вы проходите, что вы там мокнете, проходите. Кадыров. Здравия желаю, товарищ капитан. Проходите, согрейтесь. Вон вы как намокли. Я сейчас чайком. Я, как знал, чаю заварил. Удостоверение покажите. Удостоверение? Пожалуйста. А табачком не богаты? Вот. Берите всю пачку. У меня еще есть. Первый раз вижу такие. Трофейные. У меня... И сахарок к чаю имеется. Вы, товарищ капитан, пейте, отдыхайте, а я сейчас. Я быстро. Спасибо. Как там на фронте-то, расскажете? Что? Ну, ясно. Ну, так я сейчас. Вот он, товарищ лейтенант. Лейтенант Шалай. Капитан Кадыров. Из управления НКВД. Товарищ капитан, прошу пройти со мной. А в чем дело, товарищ лейтенант? Прошу пройти. Вот его документы. И сигареты немецкие, подозрительные. Разберемся. Вы уж извините, товарищ капитан. Тут, конечно, недоразумение вышло. Бывает. Но и старшину Карпиту можно понять. Мы тут еще ни разу отпускников с фронта не видели. Правда? Понимаю. Опять же, сигареты немецкие. Подозрительно. Так что и извините. Народу у нас не густо. Да. Учти, эти ребята не обстрелянные. Так что все на тебе. Есть. Как только документы оформите, мы вас на попутку определим. Арас? Да. Ах ты, блудный Костя, сын! Костя! Вернулся. Идем ко мне. Опять вместе работать будем? Нет, Костя, нет. Я в отпуск после госпиталя. Сильно ранило? Да ничего. Выжил. А может, все-таки остался бы. Я добьюсь. А то не поговорить, не поспорить ни с кем. Ну, что ты? Заходи, вот сегодня ситуация. Нам сообщили, что линию фронта пересек чужой самолет. Долетел аж до нас и где-то здесь вот как сквозь землю провалился. Второй день найти не можем. Спрашивается, куда летел? И зачем? Скорее всего, диверсанты. Мосты, железная дорога. Хватает тут объектов. И я того же мнения.
Слушай, Арас, ты ведь домой, в аул. А в этом районе у меня ни одной группы. И на сердце как-то неспокойно. А вдруг их выбросили там? Костя, там на сотню верст голая степь да горы. Потому я никого туда и не отправил. Но мы обязаны. Предусмотреть все даже самое невероятное. А мне людей мало, чтобы сблокировать область полностью. Ты понял, к чему я клоню? Понял. Сколько дней у тебя отпуск? 5, Костя. Ну ладно, Арас. Постараемся обойтись своими силами. С кем идти? Я позвоню в район. Военком тебе поможет. Даст людей из призывников. Там и оружие получишь. А отсюда одного можно взять? Кого? Есть у вас в комендатуре один бдительный старшина по фамилии Карпита. Если бы не он, мы бы с тобой вряд ли встретились, Костя. Бери. Сынок, открой дверь мне. Ключа нету. А тогда к окошку подойди. Ох ты, Господи. Вот вы вымахали у меня наследнички. Вымахали. Не, не узнали, да? Не узнали. Нет, не скажу. А ну-ка догадайтесь сами. Ну, так и быть, скажу. Скажу. Папка я ваш. Да. А мамка ничего про меня не говорила? Афронь. Спасибо. Рахмет, рахмет. Көп жасай, шырағым. Барма. Чай, койды. Койды мне. Чеши. Здорово, сосед. Здорово. Ну чё, не узнал, нет, да? Да узнал. Ну и лады.
Повернулся, значит? Ну вот, видишь же. Шел мимо, дай, думаю, зайду. Может, чайком угостишь? Ты чего пришел? Так чего пришел? На улице холодище. А потом мне сказали, ты вроде... Дома-то был, нет? А был я был. Я слыхал, ты вроде, пока я трубил, над моей семьей шефство взял. Дровишки не ты колешь, не? Я? Кому же еще? А что, больше некому? Опять ты за свое. Да нет, нет. Дядя, помоги мне, пожалуйста. На фронт уйти, а? Сюда, товарищ. Здравия желаю. А, капитан Кадыров. Так точно. Я в курсе, но с людьми, к сожалению... Сколько? Одного дам. И того от сердца отрываю. Инструктор наш, вон, ждет. Берите, с оружием помогу. Бабичев, ну-ка, погуляй. О, старый знакомый. Я тебя вообще первый раз вижу. Вот, кстати, на фронт просится. Так в чем дело? В чем дело? И заключение он только что, в том-то и дело. А что, старшина? Может, возьмем? Да куда же его брать-то? Ну, это же... А у тебя что, другие есть? Да парень он хороший, я его с детства знаю. Но видишь, вот из-за ревности дурацкой сломал себе жизнь. Что с машиной? Нашу возьмете. Старшина, получите оружие, соберите людей. Да какие люди? Два человека. Из них один уголовник, да еще чокнутый. А бензин? Это обеспечим. Я распорядился уже. А с людьми, ну извини. Вчера только отправил партию в округ. Ну ничего, военком. Я тебя понимаю. Два месяца уже песен. Самим бы не помогли. Встать, смирно! Так, вольно? Вольно. Кто такой? Георгий Маркелов, товарищ капитан. Не военнообязанный, товарищ командир. Шофер машины 2176. За машину отвечаю я. Стрелять умеешь? А как же? В школе проходили. В школе? Ну, а вы? Стрелять умеете? Ты встань, когда с тобой командир говорит. Встань! Встань, когда с тобой командир разговаривает! Ты широко рот-то не разевай. Кишки застудишь. Я жду. Примерно. Что значит примерно? Ну, значит, примерно. Нет. Когда вам задает вопрос командир, надо отвечать точно, ясно, по существу. Поняли, товарищ Бабичев? Да ладно тебе дурака-то валять! Томас Лэп! Все в машину. Ну, погоди, товарищ Бабичев. Да ладно, не гони вам. А ну-ка, вот там сядь. Давай туда. Поехали за бензином. Отставить курение! Их как бы... Че ты ржешь? С твоим рылом вон на фронт надо, а ты тут как... Я же сказал, отставить курение. Будешь исполнять все мои приказы, понял? Я понял, как дед бабку донет.
Товарищ капитан, а вот и диверсанты. Ну, постановишь, Жора. Я в смысле. Масленый. Жор Лушин. А к слову вообще. О. Нет. Отправишь. Нет. Вот сейчас. Вот раз. Рахмет, Али. Ничего, парни. Доедем. Всего. На двор надо. Дай-ка, подержи винтовочку. Ага. Я сейчас. Дай, ага, подержи. Не потеряй. Куда он ушел-то? По нужде. Апа, бармайн. Апа. Апа. Танышка. Айналай. Кстати, говорят, мы не распа. Улыбился. Менің сенен өтінішім бар. Айналайын, тыңдаш. Мынау фронтқа барамын дейді. Әкесі болса соғыста. Шешесі мен атасы малда айналайын. Жарай, жарай. Айналайын. Ала кет. Хорошо, ладно, возьму, возьму, возьму вашу маяку с собой. Тезірек, тезірек. Рахмет, рахмет. Жүрейіз. Жорка! Жарай! Абыста зарастается, сидит жайда растая! Подставить, бабище, подставить. Виноват, подержи винтовку. Не следил. Заводись, Жора. Ладно, чё вы так. Георгий Маркелов. Вот он я. Я запрещаю вам с этим Бабичевым связываться. Несерьезный он человек, ясно? Тебя зовут-то как? Асия. А меня Георгий Маркелов, Жорка. Как тебе капитан взял? Так, жалко, что ли? Да ты, конечно, не взял. Ась, да я не к тому. Просто у нас очень важное задание, понимаешь? Вот я и удивляюсь. У меня свое задание. Мама с дедушкой в горах на пастбище. Бабушка меня послала к ним. Вот капитан и согласился, все равно по пути. Ты плохо, Жора, знаешь мою бабушку. Она любого говорит. А меня военком не отпускал ни за что. Да? Капитан Кадыров сказал, Георгий мне нужен. А все почему? Потому что мне доверяют. Жора, стой! Жора, стой!
Жора, Жора! Володь! Прекрати! Вы... Зачем здесь? Все, тихо, слезайте. И осторожней с оружием, оно заряжено. Асия, пугалась? Уроды бы все, к черту, все. Совершенно, располагайтесь. Ночуем. Бабичев! Бабичев! Честно. На пост заступай. Готов. Все. А? Какой... Ну просыпайся, просыпайся, быстрее. Все, подожди. Ну вот оно. Счастье. Давай. Слышь. Зачем? Диверсанта буду складывать. Тебе весело. Ну а че? Ну ладно. Черт неугомонный. Кто стрелял? Ну, я стрелял. Ты, Бабич? Ну, прежде чем стрелять, надо крикнуть: стой, кто идет. И только потом, если тебе не ответили, дать первой предупредительной в воздух. Ну, Бабич, ну, я тебя сейчас стрелял. Хорошо, что не попал. А чего вы на меня вылупились-то? Я долг исполнял. Старшина, смените караул. Томас, смени этого. Есть. Взяли мы тебя на свою голову. Жор, подержи. Подъем! Подъем! Давайте, вставайте, вставайте. Вылезайте, вылезайте, живее, живее. Дай для согрева, Сташка, вот оно, а. Бабичи, подставить разговорчики. Опа!
перебьешься. Ух ты. Чего? Сейчас вы меня согреетесь. Попрыгали немножечко. Ну-ка. Давай, давай, вот так. Ну, а теперь дружно за мной бегом. Марш! Побежали! Старшина, не отставай, не отставай! Ну сейчас, сапогом. Слушай, я уже согрелся. Еще погрейся, погрейся. Вперед, Томас, вперед! Куда бежим-то? Жора! Ты! Давай! Я догоню! Капитан, по глоточку? Нет, нет, не хочу. Нет, ну дай, дай, дай глоток. Много не выйдет, да? А ну отдай, ты что, ошалел, что ли?
Здравствуй, отец. Алекс Еремович Гасян, здравствуй. Что ты так смотришь? Он со скалы сорвался, ногу сломал. А вы кто? Я раньше никогда не видел вас в этих местах. Да, мы опергруппа. Немцев ищем. Ой-ой-ой, откуда тут немцам взяться? Самолеты спустились на парашютах. Ну кто? Я слышал самолет прошлой ночью. А ты, отец, здесь вчера вечером или сегодня утром никого не видел? Нет, никого не было. А ты уверен, может быть, кто-нибудь незаметно прошел? Да точно, я бы обязательно заметил. Командир, может, ко мне в гости зайдете? Думаю, совсем рядом. Посмотрю вашего парня, глядишь, и помогу чем, а? Хорошо. Баламей, тогда спускайтесь прямо сюда. Прямо сюда. Я сейчас. Сейчас я. Ай, сынок, едь ли? Едь. Мясо кушай, мясо. А у меня командир, надо, парень, нога посмотреть. Пойдем. А, зерби сына, парень, забирай. Сидеть. Смени Леонида. Ой, челенька, шрабом! Ну, да, говорит, ты чай не дай! Чего? Потерпи. Тебя как зовут-то, а? Иван. Хорошее имя. Откуда родом? Из Москвы. Отец, а? Так вдвоем живете? Я Валан. Так и живем. Никто не приезжает. Почему не приезжают? Приезжают. Вот должны из колхоза приехать. Привезут муку, соль, чай. На днях. Может быть, завтра. Может, сегодня. Николай. Ничего, ничего. Ничего, Ваня. Слушай, командир, ты Ивана оставь здесь. Нога плохая. Заражение крови может быть. Приедут ко мне, отвезут его в больницу. Нельзя нам его оставить. Мы его сами в больницу. А ты сделай, что можешь. Я могу только вот поправить кость, чтобы хорошо заживала. Спасибо на этом. Эй, сынок! Эй! Иди сюда! Чего это он? Эй, ты что, по-русски не понимаешь, а? Что делать-то надо?
Давай я. Его надо крепко держать надо. Сам подержу. Хорошо. Ах, Симафам, колбай, Терпи. И все. Командир, пойдем выйдем. Лекарства надо. Без лекарства дело совсем. Das war halb ohne Blut erledigen. Los! Schläft ihr wohl, Teufelsbrut? Na los doch! Anstatt ein anständiges Schachtel zu machen, treiben wir jetzt hier die Herde vor. Ist doch klar. Schade, dass wir keine Zeit haben. Los! Sollen wir dieses Aas etwa mitschleppen? Und bei der Hitze stinkt sie eine Stunde schon ganz schön, sag ich dir. Aber nein, bald verschauen wir es irgendwo. Ты что, приболел? Да нет, а чё? Ничего. Молчишь всю дорогу и злишься на кого-то. А чему радоваться присоветуй? Они же мне машину загубят. Она мне что, двужильная, что ли? Может, этих диверсантов вообще нет? Давай, ребята, дружно, ну, еще, хорошо, Жора, крути, говорю, крути, Бабиш, не ленись, взялись, ну, все дружно, хорошо, идет. Ай. Стой, Жора, слушай. Видите, следы. Всем оставаться у машины! Вот. Ну что, следы вроде бы совсем свежие. Да, недавно прошли, это точно. Это верно. Все? Или что-нибудь добавите? Вроде все.
Нет, не все. Шла группа налегке. Довольно быстро. Ну да, шаг широкий. Очевидно, торопились. А куда здесь идти-то? Тут и оно. Необходимо проверить. Позовите людей. Да проверить-то надо. Звать всех? Да. Нет. Бабичева и Лепа. Понятно. Значит так. Ты жора у машины. Ты девушка с ним. Вы двое за мной. Взять оружие. Бегом, догоняйте командира. Ты, главное, ничего не бойся. Все хорошо, все нормально. Бегом, бегом! Васька, будьте машины. Я с ними. Жора, назад к машине. Головой за нее отвечаешь. Понял? Старшина, дальше я пойду сам. А вы в случае чего действуйте по обстоятельствам. Ясно? Ясно. Действуйте. Только тихо. Ух ты, тихо ты, тихо! Документы. Лейтенант Ибраев. Извините, капитан. Накладка вышла. Вы шли по нашим следам, а мы по вашим. Вы знаете, как охотиться на тигров? Знаю. Мы давно вас заприметили. Вот и пришлось сделать петлю, чтобы сесть вам на хвост. А ваши люди-то у машины. Охотник. Я был в курсе о вашей группе, капитан. Свой квадрат мы прочесали. Пустышка. На всякий случай сюда заглянули. Хотя чего им в горы лезть? Я только день потеряли. Ну и куда же вы теперь, лейтенант? Пока домой. Счастливого пути. А вы что собираетесь делать, капитан? Мне приказано искать диверсантов. Вот я и буду этим заниматься. Да откуда здесь диверсанты? Хотя, конечно, дело ваше. Не мое, лейтенант, не мое. А общее, понятно? Да. Ребята, верните оружие. Еще раз извините, капитан. Я не стану докладывать о происшествии, да? Пошли, ребят. Капитан, не перепутайтесь с диверсантами группу лейтенанта Латца. Он где-то за перевалом должен быть. Может, и второй раз попасть в плен. Счастливо.
Товарищ капитан, может, поедем, а? Мужики, ну, что теперь? Ну, ладно. Ну, капитан, что так переживать-то? Ну, давай я в следующий раз себя гранатой подару. Все шутите, Бабичев. А почему никто не смеется? Ох, как смешно. Подорвать себя гранатой. Такие, как ты, на фронте по своей дурости гибнут. Да-да. А ты знаешь, что такое смерть? Я спрашиваю. Ты знаешь, что такое смерть? Знаешь? Вот так. Ладно, ребят. Поехали. Никого твоих нет. Как это никого? Шунда такая та жрус. Асия. Ну что скажешь? Ну а что? Ушли они на дальнее пастбище. Так и надолго. А может, завтра вернуться, а то так и на целую неделю. Кто его знает? Ну, я пойду, огонь разведу, самовар поставлю. Товарищ старшина, разрешите это, по хозяйству помочь. Георгий, между прочим, в присутствии старшего командира ты должен непосредственно к нему обращаться. Соображаешь. Так точно. Да я, товарищ капитан, можно? Иди, иди. Предположим, что высадка десанта имела место именно вот в этом квадрате. А где мы находимся? Вот тут, почти в центре. Да. До этой точки их нет. Но дальше сплошь горы. Куда им там деться? Не скажите. Вот по этому ущелью могли выйти к реке, а? Могли, конечно. Ну, по-честному, я сам не понимаю, какая нужда их сюда привела. Предполагаю, всякое это все... Догадки, ответ нужен правильный. Найдем ответ, товарищ капитан. В конце концов, найдем, конечно, найдем. Только я боюсь, не будет ли это все немножко поздновато. Девушку,
Девушку придется взять с собой. Мы не можем оставить ее одну. Да, они могли идти только здесь. А тут другого пути нет? По дороге. Тут группа Ибраева была, они бы не проглядели. Машина пойдет в обход. Мы пойдем через перевал. Мы пойдем напрямик. И встретимся вот здесь, у реки, так? Да, встретимся у реки. Понял. Ясно? Ясно. Ну, мне пора менять караул. Ойш. Кнот. Versteck dich hier im Gebüsch. Schieß nur in dem Falle, wo ich meine Feldmütze abnehme. Absolute Ruhe. Wir erholen uns nach dem Tagesmarsch. Alles schweigen. Ich werde selbst melden. Er ist Konzern und raucht. Здорово, мужики! Здорово. А че смурные такие, как на врага смотрите? А ты кто такой? Бдительность проявляете. Да свой, свой. Какой из меня диверсант? Жорка из группы Кадырова. А вот про вас я слышал. Лейтенант Ибраев говорил. Вы лейтенант Лацис, верно? Угу. Что, парашютистов ищете? Ищем. Вот и мы ищем. Ну и как? А чего искать? Нету их. Мы уж здесь чуть не под каждый кустик заглядывали. Товарищ капитан с ребятами в горы пошли. Ну, для чистки совести посмотреть. Ну, а меня в обход через перевал на машине. Там их подбираю и... Ай, да, до дома. А вы, товарищ лейтенант, тоже для очистки совести? Тоже. Надо же убедиться, что их здесь нет. О, точь-точь, как наш Кадыров говорит. А у Кадырова сколько человек? Сколько? Да столько, сколько и у вас, ребята. Ой, умора с этими диверсантами. У нас тут недавно, мужики, такое было. Мы по следам Ибраева шли, думали, что они диверсанты. А они подумали, что мы диверсанты, чуть друг друга не перестреляли. Но мы им, конечно, дали прикурить. Думали, что диверсанты. Ну? Че
Чуть не постреляли друг друга, значит. Ага. Ладно, заговорился я с вами. Поеду. Ну, пока. Опа. Nicht. Sie werden zu, wenn er nicht kommt. Товарищ лейтенант, покурить не дадите? Спасибо. Трофейная. Наш Кадыров такие же курит. Огоньку. Es scheint vorübergezogen. Verdammt, was braucht er noch? Was, подвести? Не нужно, сами доберемся. Езжай. Как хотите, мое дело предложить. Ой, какая разу. А, Ченя, смотри. Коля, Коля, стой его. Стой, видишь? Хорошего помаленьку. Слышь, что жена? Он чё это? Куда он? Вымер. Дыша. Томас в первом же бою в такую мясорубку попал, что только здесь, в госпитале, очухался. Списали вчистую, а он на фронт просится. А семья у него есть? Под немцем. Ну что, капитан, чай теперь твоя душенька, довольна? Здесь их нет, а это уже результат. Мы в этом убедились, Бабичев. Ну, правильно. Старшина, обо всем доложите подробно Бондарю. А вы что, товарищ капитан, с нами не поедете? Нет, я в аул, а здесь напрямик близко. Давайте подвезу, товарищ капитан. Не надо, Георгий. Это всего 12 километров. Я дойду пешком. Угу. Ну, прощаемся. Давай, Жора. До свидания. Спасибо, передай военкому за машину. Есть. До свидания, старшина. Оружие сдадите. Да.
Да вы не волнуйтесь, товарищ капитан, все будет в порядке. Давай, Леш. Ну, будь здоров, командир. А вообще-то тебе спасибо. За что? Выручил ты меня тогда. Да ладно, Леш, нормально. До свидания, товарищ капитан. До свидания. А жаль расставаться. Конечно. Только дисциплина наладилась. Сейчас самое время дружно диверсантов. Их-то как раз и... До свидания, Асия. До свидания. И не рвись-то воевать. У тебя отец на фронте, а ты здесь нужна, Асия. Здесь. А что, товарищ капитан, закурить не найдется? Да это я к тому, что... Найдется, последний раз покурить, а то вдруг не встретимся. Держите. Ну, давай. Перекурим. О. И мне. Ты чего? Жора, бери, бери, бери. Спасибо, товарищ капитан. Покурим. Когда теперь свидимся? Ну. Спасибо, Леша. О, кстати, Латца такие же курит. У Латца такие же? У них вообще порядочек, товарищ капитан. Консервы всякие, автоматы у всех. Не то, что мы. Георгий, а сколько их было? Пятеро, товарищ капитан. Один на лошади сидел. Значит, пятеро и одна лошадь? Нет, две лошади. Вторая навьючная чуть в стороне стояла. Жора, а как они тебя встретили? Нормально. Ну, ты поздоровался, они ответили, так? Так. Дальше. Спросили, кто такой. Документы. Нет. Нет, документы не спрашивали. А кто спросил, кто такой? Да Латвис тоже еще, он же командир. Это он сказал, что он Латвис? Зачем? Я сам догадался. Вы же, говорю, лейтенант Латвис, парашютистов ищете, так? Так, говорит. Я говорю, а я Жорка из группы Кадырова. Вспомни, Георгий, кто-то из них сказал хоть одно слово, кроме Латвиса. Кажется, нет. Хотя смеялись-то все, особенно лейтенант. Над чем смеялись? Я им про Ибраю рассказал. Ну и трепло ты, Жорка. Ну что тебя, за язык тянул? Подождите, старшина. Асия, сколько лошадей в хозяйстве у вас? Сколько лошадей? Две, а что? Жора, какой масти были лошади у Лациса? Обыкновенная, одна рыжая, а другая совсем светлая, да вроде бы гнедая. И у нас рыжая гнедая. Так, интересно. Где ты их встретил? Чуть ниже перевала, на выходе из ущелья. Так. Посмотри, вот здесь примерно? Да. Получается, диверсанты. Товарищ капитан, да какие же диверсанты? Да наши, это точно наш, товарищ капитан. Да если бы это были диверсанты, разве они меня бы отпустили? Ты им сказал, куда едешь? Сказал. А что должен с нами встретиться? А. Потому-то они его и отпустили. Знают ведь, что искать будем. Понял? Поехали. Поехали, ребята. Поехали, поехали. На! Быстро все в машину. Старшина! Стой! Стой! Старшина, за мной! Ась!
Вот здорово, если это на самом деле фрицы, а? Поймаю их. Может, и медаль дадут. Да. А может, орден. За это могут. Дело-то серьезное. Я-то знаешь, как стреляю вообще. Нет, главное для нас что, Аська? Чтобы этот лац с фашистом оказался, да? Никакой он не фашист. Фашист? Еще какой фашист? Ты слышал, что товарищ Кадыров сказал? Во-первых, он один со мной говорил, остальные все молчали. Во-вторых, у них автоматы, Асенька. А это, понимаешь, очень-очень странно. В-третьих, лошади. Лошади? Нет. Не немцы они. Не немцы. Понял? Пятеро, как и говорил Георгий. Чего они костры готовят? Сюда что, самолет к ним прилетит? Похоже. Вот что, старшина. Вы сейчас как можно быстрее возвращаетесь к машине. Георгий со Сиёй отправьте в ближайший аул. Пусть обо всем сообщат в областное управление. А вы берете Бабичева и Томаса и бегом сюда. Понятно. Нашу форму одели, гады. Самолет летит. Капитан, а чего ждем-то? Без моей команды не стрелять. Бабичев, ты их хорошо видишь? Так, факел. Приготовились. Разобрали цели. Вот сейчас костры разгорятся, они у нас как на ладони будут. Старшина. Приготовились? Я не понял, какого мне стрелять-то. Огонь! Старшина, со мной. Томас, Бабичев, прикройте нас. Смотри, кто-то едет. Это чабаны. Они же через гору быстрее смогут. Да. Надо их остановить. Аксакал! Атай! Аксакал, там немцы, понимаете? Не буду. Помощь нужна, вы через горы быстрее сможете. Чезрик, сельсовет переорвался. Аска, быстрее! Ховар, веренность. Немцы русында. Чезрик, житцы. Чезрик. Узлыз были свой, козлтаска. Козлтаска, чезрик, житцы. Жаши, я. Ата, козлтаска. Скорее.
останешься здесь. Магда, я Магда. Рове Пантер, Рове Пантер. Я Пантер, я Пантер. Warum schweigt er? Густав, ist was los? Alles in Ordnung, Herr Oberst. Wir sind bereit. Man kann landen. Ja, ja. Wir sehen schon eure Signalfeuer. In ein paar Minuten landen wir. Wie geplant bleibt ihr an Ortungsstelle, bis die zweite Maschine startet. Das weitere laut Vorschrift. Vergiss nicht, ihr habt nur 13 Minuten für alles. Ладно. Сейчас, погоди, я вам устрою цирк. У меня сейчас попляшете. Сейчас, я вам покажу. Ты куда? Пожалуйста. Эй! Эй, немцы! Немцы, вот он я! Сидеть. Сидеть. Бифельман зайд эрхир. Лос миддершпрахе. Was für ein Flugzeug sollt ihr hier treffen? Говори. Ну? Sprich los. Вот он я! Отлично! Вперед за мной! Мам. Я тебе все скажу. Сочистит бензовоз. Группа охраны уничтожит вас и обеспечит посадку второму самолету. Второй самолет сядет, заправится и улетит. Я победил. Я не боюсь тебя, капитан, я не боюсь. Потому что у меня гангрена. Гангрена, ты понял? Он садится. Он садится. Год Митонс. Жорка! Давай, старшина, мы... Быстро в грот! А вы почему здесь? Где люди? Мы чебанов встретили, они через горы. Так быстрее. Спасет. Сытоматы лейкинги. Четвертый. Павичев, что с тобой? За немца отвечаешь головой, держи. Туда нашим помогу. За фрица отвечаешь головой, держи. Чуть что, стреляй. Аська, на курок нажмешь. Я пошел. Подгони машину. Ладно.
Schloss, Schloss! Wir sind Russen! Операция проходила под кодовым названием «Пантера». Японское руководство, которое намеревалось в конце 1941 года вступить в войну против Советского Союза, после провала германского блицкрига повело себя более осмотрительно. И чтобы поторопить союзника, Гитлер направил в Токио своего эмиссара. А ввиду срочности задания, его решено было перебросить воздушным путем из Таганрога через Харбин с дозаправкой самолета в одном из безлюдных районов Казахстана.